Через 5 лет на этом месте будет новый микрорайон, состоящий из 4 монолитно-кирпичных домов переменной этажности, детского сада и школы. Перед тем, как вбить в землю первую свою будущего дома, строительную площадку осветил настоятель Успенского храма иеромонах Сафроний. Освящается место сие благодатью Пресвятаго Духа, окроплением воды сие священной, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Под первую свою заложили монетку. Это древний ритуал. Издревле считалось, что новый дом будет крепким. В проекте особое внимание уделяется развитию инфраструктуры. Замечательно, что вместе с жилыми домами здесь будет построена школа на 600 мест, будет построен детский сад на 150 мест, откроются магазины, опорный пункт милиции, аптеки и все необходимое для того, чтобы был микрорайон удобный, комфортный, современный. Название для объекта «Зеленые аллеи» выбрано не случайно. Обустройство зон отдыха – еще одна важная составляющая будущего микрорайона. Авторы проекта уверены, те несколько тысяч новоселов, которые поселятся здесь, будут проживать в комфортных условиях. Татьяна Брылова и Адами, Наталья Буслаева, Видное ТВ.